Иван, здравствуйте. Я в настоящий момент нахожусь на съемках, и, честно говоря, я догадываюсь, о чем будет интервью. Я не совсем понимаю свое участие в этом, потому что это со мной не происходило, и я не знаю, откуда эти такие страшные новости. Честно говоря, это меня пугает, потому что, ну, как бы сейчас узнают родители или еще что-то, и всем просто надо как-то объяснять. Здрасте. Так что я прошу прощения. И, наверное, интервью будет не о чем.